Вот и черт лысый. Что, ну бас, что с него взять? Так, кто там бортмеханик? Игнор. Вообще, я фиольные слезы тратил на кого-то богатыря непонятно вообще. Зачем? Чего? Выходи с пачки. Кидай. Какой пачки? Ну, ты уже в группе? А. Так, борт, игнор. Эх, тоска, печаль. Я все, завтра буду закрывать камни. Фул. Круто. А мне нужно 2 недели. Мне осталось 7 камней. Но за 2 недели я закрою. Всяко. К тому же пару квестов из Дола, если сделать. Вот надо все с Дола будет делать эти. А я дебил, забыл, что завтра четверг. Бывает. Это случается. Я отдыхаю еще сколько? Еще 3 дня отдыхаю. Сейчас сбегаю. И думал, что что-то не четверг, нифига. Так, пожрать, короче, я уже не успею. 2 не нужно. Так, я на лучах, да, наверное? О, ржачно, у тебя корабль перегруженный, да? Епархия Никанора. Походу, да. Сильно звучит. Сейчас я это сам. Как это? Никанор, великий священник епархии. Какой епархии? Лигийской епархии. Лигийской, там, Новоградской епархии. Угу. Тогда надо было называть ее тогда Новоградская епархия. А из 18-го сундуки можно менять? В смысле, например, там жезл уже он не крафт, например, на рубашку там. Или нельзя? Да можно, по-моему, на все. Чего? Ой, тебе. Ну, чары там, они синие, да, вроде. А, да, конечно. Все работает. И на зеленый, и на отлично. Синий, и все, на рыж. Вот вы как кажется. Град тебя, бортмеханик. Спасибо. Сделал все-таки. Но ты не первый. Колбаса был первый, понял, да? Фу-фу-фу. Причем тут первый, не первый. Я хотел в эти, в шкатулки вложиться, которые у меня оставались. Но ты не первый. Ну и ладно. А какому деду ты написал, я не знаю, борт? Кого? А какому деду ты написал? Не знаю. Да, дедка. Влад, тебе сколько лет? Детка. Угадай, сколько мне будет, 11 мая. Детка. А, нет, все, норм. Я не тот джоб поставил. Да вот я и говорю, у тебя он что-то как-то странно скорость показывал, перегруженный почему-то был. Все, рунить да, вам, да. Хорошо. Так, завяжу и лежу. Призыватель. Че призыватель. Тут? Разворачиваемся. Пика. Грустняк. А че? Призыватели не катят вообще. Блядь. Мы сегодня с Намтар летали с утра. Нет, вчера. Вдвоем. Очень аккуратно и спокойно. Ну а как, когда... Спрутов обычных, разрушителей, еще кого-то. Помнишь, когда они сделали квест, то еще в любой первый хаб залетаешь и долбишь на бок? О, разрушитель. Давай. Пьяные вдвоем так и летали. Пока заряжай. Заряжай, спруты. Хорошо. Давай, во чем случае можно? Чем можно? Хорошо, стреляю. Пищ. Опасность перегрева. Хера себе. А, ну да, у меня множитель дебильный. Там слева. Множитель 2, урон мало, зато длинная, сука. На плавы болты. Си. Кончились. Блин, как он? Не канон, как он называется этот? Шляпа-то. Ян, ты когда переверт, что получишь? На следующей неделе, наверное. Я вот одну неделю летала только, у меня половина. Да, у меня 3. Правый борт. Блин, а мне еще 4 ключа. Давай отлетывать завтра. А что ты паришься?
с репликами. Они вы реально увидите. Чтобы больше шансов падения на кошака был, видит, летает поэтому без реплик. Идиот. Да его надо теперь брать только с бафом. Все. Ой, с каким лучше, бафом? Почему лучше с бафом-то? Огонь, право, лево, без разницы. С бафом это помощь. Кого? Меня? Тебя? Да, борта, да. Я просто буду ловить. А все. Че, стреляй, стреляй, блин. Они кончились. Ой, полетели уже, искать уже. Лети. Куда-нибудь. Лети, пташка, лети. Я просто не вижу, куда пальнуть-то. Ёптить. Хера себе, это что было? Прыжок. Не знаю, бывает, команда у тебя тут делала. Мы спокойно там перераскладывали мобов. О боже. Ловите медальки, не жалуйтесь. Лёх, на другой лучше, вон те летят, сейчас добьем их. Бля. Чё мы прятались-то? Огонь, огонь. Чего, после этих квестов что, спать уже? Вот я идиот, я квест не взял. Ну ты... Ну, это вообще просто. У кого-нибудь нету, да, ваш ты? Это капец. О, господи. Я хуеваю. Иди спать уже. Я тпшусь, короче. Расслабься. Отзывайте, кор хорош. У тебя есть? Пиздец вообще. Ржет тут мне. Куды? Корабль отверни. Бля. Ай, ёбаный насос! Вот сейчас-то разряд-то и нужен. Видать, он там весело. Вылетай в дырку. Вот я косяк, а. Сук, я не могу вообще, давай, бля. Я не понял, вы убить. Это все почему? А все потому, что надо спать вовремя. Отстаньте. Вас заставили послушать нечто. Не, ну ты прикинь, полетели делать подвиги без квестов на эти подвиги. На корабле чувака, который уже одной ногой в кровати. Охуенно. Летуны, блядь, космические. Да, конечно, три квеста камня не закрою, буду неделю опять бегать. Ну и что? Никто никуда не идет. Как? Да, но у меня вообще семь камней, я ж не обламываюсь. Все, бор, как говорит там борт, когда надо? Ничего не знаем. Ну ладно, хоть монашек взяли, вон, поперевзрывали половину. Призыватель. Лети уже в красный. Ходу, ходу, ходу. На, суп. А, не, не так, надо четверочкой. На. Где? Не знаю, слышу, рычит моб где-то. А, да-да-да-да-да-да-да, сейчас нащупаю. Ой, не тут, наверху где-то. Я как-то не обламываюсь, мне осталось 7 камней доделать, и все равно норм живу. Гирскор поднимается, а урон не, нет. Стыдно как-то, пушку надо делать. Сначала жезл обязательно. Оп, дерните. И как раз будет мой нормальный билд. Я жезл, ПВПшный. Жезл, вот жезл. Там мы тогда начнем. То есть мы еще и в красный улетели. Охуенно! Не мешайте мне, и все будет хорошо, тихо. Кто тебе мешает? Это мы виноваты. Я, блядь, бегаю, мобов бью, блядь. Рулевой. Вы, вынь мои ноги изо рта. Рулевой, блядь, ездит и бьет мобов. Заебцам. Отзывай к чертовой матери. Я там за тебя заливаю. Да я втроем на палубе, блядь. Он орет на меня, че смеешься? Блять, куда ты летишь-то? Ну ё-моё, ты либо скорость сбрасывай. Смотри, скорость какая.
Какая? Первая космическая нахрен. Выходим на орбиту Кватоха. Ноль написано, вот такой. Ноль такой.